Господин Касым-Жомарт Кемелович Токаев, к вам обращаюсь я, Кайсаров Валихан Абишевич, сенатор парламента Республики Казахстан 2 и 3 созыва. Как вам известно, сегодня в стране происходит массовый правовой беспредел и произвол силовых структур над своими гражданами. Многие международные объединения, организации, правительственные и неправительственные организации выражают свою глубокую озабоченность и требуют от нашей страны немедленно прекратить правовой беспредел. Вы, согласно Конституции Республики Казахстан, должны являться гарантом соблюдения всех прав и свобод человека, гражданина, личности. Наша страна взяла на себя добровольно многие обязательства по соблюдению прав и свобод человека, которые зафиксированы во многих международных конвенциях и иных договорах и соглашениях. Вы знаете, что сегодня в тюрьмах и следственных изоляторах Казахстана содержится огромное число женщин, стариков, несовершеннолетних детей. Все они являются нашими согражданами. Все они являются нашими людьми. Господин Касым-Жомарт Кемелович, вам наверняка известно, что от отчаяния, от безысходности многие женщины уже готовы пойти на массовый суицид. И что самое страшное, многие женщины готовы идти на самосожжение вместе со своими детьми. Это страшное бедствие, которое может произойти по вашему попустительству. Кроме того, вам наверняка известно, что в четверг, 10 февраля, в 12 часов дня у зданий областных акиматов во многих городах Республики Казахстан, где происходит подобный правовой беспредел, женщины нашей страны организовывают марш женщин. Знак протеста того, что в нашей стране засилье произвола насилия. Вам известно, и вы доподлинно точно знаете, что в следственных изоляторах департаментов внутренних дел страны всех людей подвергают пыткам, насилию. На них оказывается моральное и физическое давление. Из них фактически выбивают показания путем дубинок и избиения, вплоть до горячих утюгов. Марш женщин Республики Казахстан нанесет нашей стране огромный международный ущерб. Марш женщин Казахстана. Подписывайтесь на наши новости, самые интересные видео, а также сотни комментариев казахстанцев в твоей ленте.